Всем привет, друзья! Как я и обещал, когда наберется 100 лайков на той программе тренировок, будет новая программа тренировок. И эта программа тренировок, которая будет вам представлена сейчас, она будет именно на развитие мышечной массы на турниках и брусьях. Эта программа тренировок рассчитана на работу с дополнительным весом. Именно это будет давать нам рост мышечной массы. Теперь расскажу о важных пунктах этой программы тренировок. Первое. Вес нужно подбирать так, чтобы вы могли сделать максимум 12 повторений. Второе. Отдыхать нужно всего лишь 1 минуту между подходами. Третье. Отдыхать между упражнениями нужно 2 минуты. Четвертое. Программа рассчитана на упражнения 2 раза в неделю. И пятое. Один из ключевых пунктов. Это тренировка не должна длиться более 50 минут. Итак, поехали. Ну что же, в понедельник мы будем качать плечи, спину, пресс и грудь. Первое упражнение – это подтягивание к груди широким хватом. Это упражнение идет на спину. Здесь мы делаем 4 подхода по 8-10 повторений. И не больше. Вы должны сделать максимум 10 повторений, а то и 8. Вес подбирать нужно, напоминаю, так, чтобы можно сделать было максимум 12. Второе упражнение – это подтягивание на брусьях. Тут мы делаем 4 подхода по 10-12 повторений. Это очень важно – 10-12 повторений. Третье упражнение – это отжимание от брусьев на грудь. В этом упражнении мы делаем 5 подходов по 8-10 повторений. Я считаю, что это одно из самых эффективных упражнений вообще на грудь, на турниках и брусьях. Четвертое упражнение – это подъем ног в висе к перекладине на турнике. Это упражнение, как вы поняли, на пресс. Делаем в нем 3 подхода, максимум повторений. И последнее, пятое упражнение – это подтягивание за голову. В этом упражнении делаем 3 подхода по 5-8 повторений. Это упражнение сделано специально после пресса, потому что это стратегический ход, чтобы мышцы наши отдохнули и немного их добьем еще. Теперь пятница, друзья. В пятницу мы качаем бицепс, трицепс и пресс. Первое упражнение – это подтягивание к груди обратным средним хватом. Это упражнение на бицепс, 4 подхода, 8-12 повторений. Естественно, не забывайте, что мы это делаем все с весом. Вес должен быть таким, чтобы вы могли сделать максимум 12 повторений. Второе упражнение – это отжимание от брусьев на трицепс. Делаем 5 подходов, 8-10 повторений. Третье упражнение – это подтягивание узким хватом. В этом упражнении мы делаем 4 подхода, 10-12 повторений. Четвертое упражнение – это скручивание виси на брусьях вниз головой. Тут мы делаем 4 подхода по максимуму повторений. И пятое, последнее упражнение – это отжимание узким хватом. Опять же, добиваем наши трицепсы в последнем упражнении после небольшого отдыха. В этом случае отдыхом считались скручивания на брусьях. Ну вот, друзья, это экспериментальная программа, которая создана для того, чтобы в короткий промежуток времени убить максимальное количество мышц. И это поможет нарастить нам мышечную массу. Если вам понравилось это видео, и если вы попробовали эту программу и получили от нее удовольствие и пользу, то ставьте лайк. И должен сказать, поставить рамку повыше, если это видео наберет 300 лайков, то выйдет новая программа тренировок. Всем удачи, пока!